Видное, Донбасс. Очередной гуманитарный груз отправился в зону проведения специальной военной операции для 42-й мотострелковой дивизии, которую курирует наш муниципалитет. Помощь собирает буквально всем миром. Ежедневно неравнодушные жители, предприниматели, депутаты приносят и привозят товары первой необходимости, продуктовые наборы, медикаменты и многое-многое другое. Передавай привет командованию 42-й мотострелковой дивизии. Вот. Мы продолжаем работать. Да. Мы совместно здесь усилиями тиротделов, совета депутатов, жителям будем помогать. Как бы фронт наш здесь. В многочисленных коробках самое необходимое на фронте. Груз бережно и быстро солдатам доставит местное отделение организации «Боевое братство», которое на протяжении многих месяцев возит адресную помощь за линию фронта. Самое дорогое то, что ждут бойцы, это антидронное ружье «Гарпия» со всеми полностью комплектом, эти квадрокоптеры, мавики, то, что были приобретены. Мы это все везем для работы наших ребят. Сегодня очень много строительных материалов. Это и бензопилы, и это и генераторы. Конечно, маскировочные сети, которые плетутся силами женских наших рук. Это несколько точек в искре в нашей расположено. Оказать помощь и внести свой личный вклад может каждый желающий. Самое главное, что это наше тепло, наша любовь, наша благодарность, наш самый низкий поклон всем тем ребятам, всем тем нашим военнослужащим, которые сейчас защищают наше Отечество. Чтобы, дай Бог, чтобы все было хорошо.